преддверии новогодних праздников депутаты движения «Наш город, наша забота» сделали свой подарок для города. Они отремонтировали и привели в порядок детские площадки в южной и северной частях города. Теперь дети снова могут играть и кататься на каруселях безопасно. На отремонтированных детских площадках побывала наша съемочная группа. Движение «Наш город, наша забота» было организовано еще в 2013 году. Инициатором стал директор по управлению персоналом Северского трубного завода Константин Поспелов. И уже сразу началась большая работа на благо Полевского. Были построены современные детские площадки во дворах южной и северной частях города. Правда, не все жители нашего города бережно относятся к труду небезразличных полевчан. За два года детские площадки уже пришли в негодность. Учитывая предновогодние наши дни, значит, мы отремонтировали все эти площадки по каждому округу. Но вот единственное, здесь за спиной мне не удалось снять вот эти качели большие, но в ближайшие дни снимем, и ребят здешнего нашего округа, 5-й округ по южной части города, будет иметь возможность, ну, в каникулы, которые уже, наверное, начались в школах, будет возможность проводить время здесь, вот на этой площадке. Все затраты и трудовые усилия взяли на себя члены движения «Наш город, наша забота». Было отремонтировано 5 площадок, и теперь на них снова могут играть дети. Объединение «Наш город, наша забота», которое помогает нашему городу быть красивым, быть ухоженным и заботиться о будущем поколении, которое воспитывается на дворовых площадках, качается, гуляет. Я считаю, кризисы приходят и уходят. А детство у детей оно одно, и второй раз повторить это уже нельзя. Вот то, что сегодня мы установим, то, что мы сегодня будем держать в исправном состоянии, то и будет приносить детям радость. Я думаю, что и летом продолжится подобного рода действия от движения «Наш город, наша забота». Конечно, депутаты и дальше будут следить за сохранностью этих площадок, но призывают людей бережно относиться к своему родному городу. Ведь то, как город выглядит, зависит во многом от самих жителей. Были, да, действительно, впоследствии жалобы от жителей, что приходят, ну, где-то портится, где-то что-то ломается, где-то кто-то что-то ломает на этих площадках. Но, тем не менее, я считаю, что сама идея обустроить детские площадки была очень хорошая, потому что на встречах с жителями города очень много было просьб именно об установлении площадок. В общем, в планах у депутатов не только сохранность тех объектов, которые уже были сделаны, но и открытие новых. В 2016 году силами движения «Наш город, наша забота» планируется строительство баскетбольных площадок. Игорь Соколов, Константин Миронов, новости «Твой день».